Да. Но целую неделю уже не пил. Не вечен. Так, ну чё, тогда это самое. Лок есть в инсте? Да я лично. Почём красные полироли? Так, тыкаю в шкаф. 3 234 800. Это красные? Да. Слышишь, синие 2к стоят просто бахнуться. Ну, я тебе говорю, за сколько я покупал, на история хранится. Короче, вот, я понял, что у меня еще было немножко проблемы с ДПСом. Руки там от дверной символ... косяк. Вот. Нахуя 90% в рейде нахуй крита, блядь, от победного ража, который критует по 50, по 30, по 40. И зависит от АТП. Нет, не бред. Я рассекающий, блядь, я пожертвовал именно. С победного ража будет больше. Вы атакуете до четырех противников. То есть, блядь, 3 вальки и лич. Смысл? В вихре клинков вы атакуете до 4 противников. А, рассекай. У меня и армс. А фурики сейчас. Да, это понятно, я думаю. А вот я вот тут не знаю. Не. Во-первых, у меня. Немножко я поменял символы по тащу. Какие я поставил? Без удара героя, потому что я не знаю, есть ли смысл вязать вообще удар героя, потому что параги, просадки. Он отошел, он сказал, да, у него 4Т4 есть. Он же кричит вечно, печеньки дайте мне на танка. Фейбер, принимай сумму. Все выучили это. Серегу заряжает. Хорош. Монти, он узад. Он Серегу заряжал. А, он-то тут уже. Я зарядил уже. Ой, блин. Смешно ж. Ромку принимай сумму. Кликайте, кликайте. Кому там хавка нужна? Вот стол стоял. Хавка была. Чё ты того ДКшника не взял в рейд, ёбаный? Вот он прессовал, блин. Какой? Тот вагончик. О, сомалийский плюсанул. Заебись. Кто там пиздит нику Сенсорина? Нахуя урага пиздит никами? Че, у нас все гильдовские? Боже, как с этим вулканом-то идёт? Я там написал, что... Давай хоть на замену, ладно. Ромка, я писал, что от этого дела ПК. Ну, го я уступлю, я не особо... Да хочу. Ладно, пуляйте, пуляйте. Лрей, смотри, там сильно не накидывайся. Шо? Сильно не накидывайся, а то потом воду пить будешь. А, там... Водичка, вода. Мне, чтобы накидаться, нужно очень много, поэтому... Такое. Карпистул думает, что он у меня заберет приговор. Хуй тебе. Все, салаги, 10 приговоров вам там. Я его у тебя давай. Ставлю рыбу.
Да нет, не переходил сам он. Сумонили тебя? Ты чё? Сейчас еще раз. Добро пожаловать. Еще раз. Давай, сумоним, пока босс вызывается. А ну тык быстрее. Тык, блядь. Призыв начал, ждите ответа. Твои проблемы. Ну, ждите ответа, то же самое. Подлетай пока к данжу, короче, первого босса убьем, да и все. ГП раздавать будешь за этот данж? Я думаю, пора бы. Слышишь, Войт, ну пока тут ничего такого тяжелого. Почему ты решил ивака внести в рейд? Я понимаю, а лучше, мне кажется, РС-ку профитней. Вторую РС-ку собирать. Ну там и шмотки, да, вообще топовые. Достаточно, я одной хэм. Забери его, порой. Они возле этого, возле поста стоят. Замороженное. Разморозь возле после. Разморозь людей, у кого есть тут баф. Я, кстати, еще раз подойди. Меня раз. С дебафами не сбегаемся, алло. На ком дебаф отбегаем? Смотри, два вообще стоят мертвым грузом, а Котлс. Сваривает.
Нет, я просто... Питер сбивает шагу. Набей ему ебало. По-любому шейк. Правосудие? Нет, не влияет. Там от ХП зависит сами. Большая. Я не знаю, как это работает, честно, но это работает. Потому что я сравнивал, разница есть. Полтора раза. Полтора раза примерно. На всех. На всех. Полечи. Потому что... Критично. Огромное. Критично для ХПС полипаладина, блядь. А если бы я играл на паладине, я бы сказал, пошел ты нахуй. Блин, можно, пожалуйста, после босса сходить усилки перекинуть? Я просто конченая и забыла после за. А, ты меня бегут. Оставайся с усилками, чё ты. Ну, если на рендже стоять, то не ваншотает. Хорошо. Ферелок не слагает, тихо, пиздец. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Так, а чё упал? А чё, поварам кулак будет, не? Или нахуй надо? Я-то да. Смотрю, чё, да, сука, нету, блядь? Да, чё ты шейпер, сука, можешь? Волман, я сейчас пекнусь, раздам. А я тебе нахуй передамажил за тебя, блядь. Ты только тоже только что увидел. Я совсем гпшник накину, блядь. Да сейчас, подожди, дай мне спекнуться. Я тебя кину. Если запы никому не нужны, я бы их собрала на третий спек. Но, возможно, никому. Диск. А диск, как мы знаем, выше третьего спека. На 10-й спек заберу. Как соберу комплект, так сразу двойную специализацию себе куплю. Блять, я релогал, всегда, наверное, уже пылить все дела. Мы вообще-то уже босса бьем. А, да? Сапогер. Я же сказала, что я релогаюсь, но... Нет. Да. Ты сказала, когда ты уже прожала релог. Портал. Я это сказала еще до.
Потому что надо ставить босса под портал, чтобы ДК не накидывал заново все доты. А Моров раскидал, начал ебашить. Не, просто одной мало, нужно две, блядь. Ты знаешь, что я делал с этим ДПСом? Я не в танке. И... Зачем сейчас в танке? У нас есть Волман, у нас есть ты. Я хпали без хилбота. Как могу так? Портал, не? В кубочках 300, блядь. Тип маги написали, они сами. Ген лужу развивается. А кто косты сбивает, босс или инфернал? Какие косты? Кас сбил, я секунду не мог кастовать. Тетька подбегает, все, я понял. Поцелуй тебе дает. Говоришь, хоть косты кто-то забирать, я нихера не могу. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Ну, как бы до босса этого не говорилось. До пула босса этого не говорилось. Сражайтесь во славу Альянса Героев. Ну, это как бы само собой разумеется. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Знаете, кто может посплавить свой дом только девушки? Да-да-да, расскажи. Бодь, давай поговорим. Да-да. Так я двигался уже. Даже дышать нельзя. Здорово.
Алиса с ними не истост. А что, в кого мы играем? А, мамку не. По корпусу аккурат, да. Ты слышал, косты можно сбивать? А нет, легенда. Дайте мастер. Да ебись, тот отдаться кон. Мурый, блядь, еще раз секунду. Ты пизда. Мы уже кружок убили. Покидал циклоны в него. Циклон. Да. Нет. Блядь, да не циклон ты его, сука. Крест убили, прям череп. Беги, малышка, беги! Я Хмурого предупреждал, что не могу про уебу за циклон, да? Смотри, что просто ему пизда. Так, ищем байда. Плюсовый, блядь. Хотя не, я бы лучше Саммер Вилли нашел, у него в рейде нет. Thank you.
8 вейдов. Не знаю, были времена на циркуле, когда их одним по одному убивались, но... Вообще, есть боссы были, блядь. Эй, были времена на циркуле, когда Мор разносил доты шипы, блядь. Ага, и... Аж целую неделю такая хуйня была. И Валька в одного холиприста захиливалась за одну секунду, да? И фурики ваншотили нахуй боссов, блядь, одним глубокими ранами. У нас был на X1 баг такой, блядь. Да я знаю, у нас был на X5 такой баг. Аж целую неделю, блядь. Тогда на лича пиздец, как брали ДКшников. Шитрима Т9, да. Привет. До скорой сплотившись, вы сможете пройти... Вот кто кого танчит? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Алло! Шлепки, где кулак нахуй? Кого это? Мне в ДД или сферки ловить? Кто, блядь, чё, Утя, ты, блядь, кричал, сука, на АП? Давай я. Вот так вот. Сам Xbox ученистов. Подожди, наоборот. Так ты сказал, что мой квадрат. Ой, зря, блядь. Что, мне полдня, блядь, не врываться, что ли? Пол, у него же 25, ты чё? Все нормально, даже. Нужна сальва будет просить.
Блять, 31 капель. Хуй вам не выбор, да? Три выбора. Все же получше. Съебись, ходил на робе. Класс. Фрастеры. Портал ставлю, прыгаем. Ща паролю, блять, у меня тут альтап ебать. Не, Арнс говно. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов. Я бы взяла, если больше никому. И спасибо. Давайте, ты кому Алиса говоришь? Идем в Зуляман, все, пошли. Если ты не в курсе, на паладина мастерство добирается только с сокетами двумя, либо Митриусом с лича. Так что свой гонор надо немножко угомонить себе, если ты не шаришь. А мне никто не дал. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесли. Мутя, я не тебе, я Алис. Она говорит, мне нужно. Я вы ролите эти запы, если у вас лучше, блять. Турбой себе объясняет, сука, так понять. Потому что мастерство паладину танку только набирается Митриусом штанами. Либо сокет. Который можно в что-нибудь другое забить. Лок, напиши, не пожалуйста, знаю. Суки. Вопрос задан был, я ответил.